было когда-то страшно. Поехали. За регулируемым перекрестком выбирайте место для разворота. Только опять же, мы должны с какой скоростью двигаться? 40. Не спешите уже. Просто ногу убрали. Левый ряд перестраивайтесь, поворотник, зеркало обязательно. Зачем вы раз по сплошной, видели? Едем. Задача, помните? Зарегулируем перекрестком разворот. Мы его проехали? Пешеходный проехал. Перекресток мы проехали. Перекресток первый этап был. Что вам мешало сейчас здесь построиться? Выбирайте место для остановки. Вы под машину не лезьте. И вы эту машину не лезьте. Поворотник выключите. Вы что решили? Поехали. Вы решили остановиться? Вы тупо подрезали автомобиль и решили встать, да? Спидометр посмотрите. 40. То что вы говорите? Вот сейчас 40. А знак какой был? 40 был. На протяжении? До этого. До этого 300 метров. Выбирайте место для стоянки. Здесь же можно? Нет, сейчас уже нельзя. Я не хочу на остановку. Бордюр. Опа! А, слышали свист? Слышала. Это мы колесами проехали. Поехали? Тихо. Теперь поехали. Больше не крутим рулем, больше не надо. Мы на проезжей части находились. За регулируемым пешеходным переходом выбирайте место для разворота. Зачем мы скорость бросили? Не знаю. Не знаю. Мы едем с нормальной скоростью, как все. Чё мы? Пошли. С газом. Вот. Они все летят 60-80, а вы решили при 40 км в час перестроиться, вклиниться. Вот потом. Так, я пролетела. Что пролетело? Вы не пролетели, вы превысили скорость. Вот вам заезд есть. Тимур, поехали. Газуйте. Поехали. Бордюр не уехали. Разгоняем автомобиль. Выбираем место для разворота. Включили. Правильно. Скоростью своей смотрите. Поворотник вам не мешает? На перекрестке сможете развернуться? Боюсь. Боитесь? Ну тогда едем прямо, раз боитесь. Там разворачиваться разве можно на этом перекрестке? На асфальте что нарисовано? Эти стоп-линии. Нет. Сложные. Выбираем место для разворота. Что, не так?
сейчас поедем обратно, да посмотрим. Зеркало. Зачем по сплошной поехать? Надо ж левее прижаться было, в полосу зайти. Да вот справа. Да я поняла, на место. Это пешеходный светофор. Он никакого отношения к нам не имеет, но он нам поможет. Он перегородит путь ребятам. Мы если вы раньше не сможете повернуть. Нет, я еще не смогу раньше. Я боюсь. Ну, если боитесь. Я еще такого опыта нет. Вы отучились в автошколе. Поехали. За это время у вас уже аккуратненько. Аккуратненько. Поехали. На меня рун. Куда вы поехали? Вот. Понимаете, вот вам чуть-чуть критики, чуть-чуть на вас гыркнут, и все, вы все теряться начинаете. Да. А дорога, она сама по себе предлагает, как она правильно, предлагает к тому, что раз предполагает, что на дороге будут курьезы всякие случаться, кто-то будет материть вас, кто-то подрезать. Тут, знаете, как месть, надо подавать холодный. Также и здесь холодный расчет. Вы должны знать, что вы хотите сделать, как вы хотите сделать, для чего вы хотите это сделать. Выбираем место для разворота. Я бы на вашем месте уже перестроился. Глянули, перешли. Вот. Табличку увидели, знаки. Что вы увидели? Ты нам не увидели. Едем, куда вы уже на сплошную собрались. Поворотник вам не мешает? Мешаю. Сейчас включаете. Вы куда-то несетесь, как будто там вот что-то бесплатное раздают. Ну аккуратнее. Если я говорил раньше, что нужно ехать с максимально разрешенной скоростью, но опять же. То здесь 40 будет ездить. Да не надо здесь 40 ехать. Ну просто вы когда поворачиваете, притормаживаете, поехали. Эх, мужик, мужик, крутим руль. Никто не видит, что мы хотим сделать. Блин, вариант, перестройтесь. Че, прям все, что ли? Ну, когда захотите, когда появится такая возможность. О, молодец. Но сгоняем автомобиль. Я ему спасибо скажу. Вы сами так не делаете. А теперь смотрим на асфальт. Сейчас вот впереди идущая машина. Вернемся к нашим, как говорится, проблемам. Ну, нам здесь негде. Что негде? Движение куда у вас прямо сделать? Вот. Движение прямо. Единственное, почему нельзя здесь развернуться, потому что девочка, здесь... Движение прямо. Стрелочка движения прямо. Правый ряд, перестройтесь. Левый ряд, перестройтесь. Ну вы хотя бы посмотрите, где вы перестраиваете. Вы прям перед светофором. Зачем на по сплошной линии поехать? Да там вроде бы пунктирная. Или это смазано? Смазано. В глазах что-то смазано. В правый ряд уходим. Троллейбус и то он 40 едет, а вы уже 50 едете. А тут сколько? Какой знак был? 40. Вытяжение 300 метров. Правильно? 300, да. В левый ряд уйдите. Да уходите, уходите. Здесь-то можно. Да не газуйте вы. За регулируем пешеходным переходом, выбирайте место для разворота. Вот за этим. Что это такое? Регулируем пешеходный переход. Ага, молодец. Уже поехали. Я вам сказал, что за регулируем пешеходным переходом. Это регулируем. Это регулируем. А затем, это не затем. Это вообще перекресток. Вообще надо было уехать отсюда 500 метров. Выезжайте на центр перекрестка. Выполняем уже задачу.
команду нашу. Но этот человек мог чуть-чуть подвинуться. Он сейчас делает, как мы ученики заехали, хрен знает где, встали и стоим. А мы в итоге с вами стоим на земле. Замигал красный сигнал светофора. Поехали, поехали, поехали. Крутим руль. Работаем рулем, работаем. Пешеходов пропускаем. Пошли. Выбираем место для разворота. Прямо посмотрели, что увидели. Ну, прямо. Что еще прямо? Куда прямо? Влево уходим. Вот для вас подсказка. Я же для чего сказал? Где мы будем разворачиваться? Тут. Поехали, че вы? Крутим руль. Назад посмотрите, вас никто не режет. Ну, не поджимает. Да что ж вы так перепуганно это все делаете? Ну что? Ну что, левый ряд уходим по возможности. Ключевое слово возможность. Вот видите, вот сплошную линию. Вот сейчас мы ее почти, чуть было, не было. Вы с поворотником справа, зачем едете? Я выключила, он. Вы же обращаете внимание. Критику воспринимаете на дороге прям как будто ничего не случилось. Вы ни на мой голос не должны обращать внимание, ни на мою манеру общения. Вы должны запоминать только команду. Так и на экзамене. Все, я боюсь инспектора. Инспектор может разговаривать грубо, и вы сдадите экзамен. Да. А может разговаривать вежливо, и вежливо вам сказать, а вы не сдали. Правый ряд уходите. С левой руки поворот. Да, да, да. Я тоже так думал, но ничего страшного. Вы не должны на себе чувствовать ни гнев, ничего. Понятно? Я сегодня до конца дня не доживу. Да что вы, прекращайте. Я же доживаю каждый день. Вы опытный, у вас стаж уже сколько? 17 лет. О! И что? Из них 6 я вообще не езжу. Вырулите в любой ситуации. Ну да, ноги длинные, убегу, конечно. Почему вы не надо считать, кто сколько ездит? Мы сейчас учимся. Разгоняйте автомобиль. Вот видите, у вас уши работают, и все, ноги отказывают. Не надо. Мы должны как бы адекватно. Давайте выбирать место для разворота. Левый поворотник, левое зеркало, никого. Выключили поворот. Опять включили. Потому что вон есть поворотик, да? Вот так вот. Заходим. Раз. Вот так вот. Аккуратненько. Без паники. Вы думаете, я не боялся начинать ездить? Боялся. Боялся, очень боялся. Хотя машин было намного меньше, чем сейчас. Успеем? Поехали. Да успеем, поехали. Крутим руль. Только надо было осмотреться. И в левый ряд по возможности. Газу. Газу дайте. Давай, 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 уходим. Раз. И еще раз в левый ряд. Поворотник выключили. Опять включили. Зеркало. Вот так вот. Поворотник выключили. Стоим. А то вы права получите свои, и что будем ездить, как... Машина будет в... Поехали. Машина в гараже. Не надо в гараже. Как сейчас стоит в гараже. Не надо. Все так. Приходит с километрами, не переживайте. Где-то здесь 40 километров. Где-то здесь, это вообще, мне сейчас ни вас, ни меня не должно касаться. Мы смотрим на линию разметки, на общий поток движения. А знаки... Знаки. Мы их должны увидеть, а не знать. Заметить. Выбираем ближайшее место для разворота. Здесь можно? Ну вы посмотрите на разметку, что она говорит. Можно! Левый поворотник, прерывистая с нашей стороны. Выезжаем на центр перекрестка. Не бойтесь вы. Крутим руль, поехали, поехали, давайте, давайте, вещи, вот. Разгоняем автомобиль. Разгоняем, разгоняем. Что вы делали 50 часов на вождение? Не знаю, катались. Просто так. Но мы тоже катаемся. Как
как мне Сергей говорил, вы привыкаете к машине. 12,5 часов. И за руль рулил он. Я просто держалась, а он одной рукой рулил. А потом все удивляются, да, что у нас ездить никто не может. Да. Я уже с ним сколько раз ругалась. Я говорю, на экзамене вы тоже будете рулить вместо меня? Ну, вам надо привыкнуть к рулю. Я говорю, а ко всему остальному, как я буду разметки видеть, смотреть? Давайте, все говорят, знания? Перестраиваемся. Вы вперед посмотрели на линию разметки? Честно. Это там пунктир, по-моему. Прерывистая. Нет, да. Пунктир, есть прерывистая. Опять дальше не поедем, потому что там пробка, да? Мы разворачиваемся здесь. Давайте выберем метод для разворота. Поворот не включаем. Мордочку свою затаскиваем. Вот так вот. И стоим. Главное, понимаете, не переживать ни о чем. Не получилось сейчас что-то сделать, на следующем перекрестке повороте это сделать. Бежать прям, знаете, вот, во что бы то ни стало, не надо. Смелее, смелее подъезжать. Вон люди, и то, вот видите, не умеют разворачиваться. Развернулся и остановился зачем-то. Надо было ему сразу уезжать. А я, наверное, буду как это рассказал. Нормально будет, чего переживаете? Рассказал 2 числа на экзамене. Ой, не знаю, как его зовут. На последней машине нас вез опять. Рассказывал ситуацию. Говорит, жена ехала за рулем какого-то там инспектора. Говорит, видит, что машина стоит на середине, вот на повороте, да, чтобы повернуть, развернуться. И все пипикают, проезжают, матерятся. Она думает, дай-ка я это, посмотрю, что там такое случилось. Ну и заезжает, смотрит, девчонка сидит, плачет. Останавливается перед ней, подходит мне, что ты, говорит, плачешь? Я, говорит, боюсь развернуться. Да нет, что тут бояться? Ну смотрите, вот сейчас для вас все для вас, все условия, да? Влево посмотрели, никого? Влево никого. Так, аккуратненько. Вот, тихо. Левый поворотник, левый поворотник. Вы правый включили, левый ряд. Там никого. Не бойтесь. Что-то я это, да? Да, рулем замахала. Как веером. Да ничего. Так. К концу занятия вы нормально поедете, не переживайте. Можно тогда завтра суббота, можно завтра субботу. Только если... Да давайте отдохнем завтра, а. Завтра надо шашлыки пожарить. Нет, там. Так с утра, я имею в виду с утра покататься, я тоже иду на дачу. А начинать-то с вечера? Не, ну давайте с утра можно поехать. Потому что я тоже завтра уеду. Давайте мы сейчас, знаете, как сделаем? Мы сейчас покатаемся, вы в конце вождения, нам еще кататься, да? Почти 2 часа. Вы для себя решите, стоит завтра кататься или нет. Выбираем ближайшее место для разворота. Ситуация ближайшая, это не значит, что в первый поворот от нашего, то, что мы сейчас так видим. Опоздала. На куда, на поезд? Нет. Это так не надо сюда прям лезть. Вы имейте... Сначала нужно перестроиться. Да. Здесь вы перестроитесь либо позже, но чем раньше это вы сделаете, тем вы покажете, что вы, в принципе, водитель. Вы по сплошной вот заехали. Блин, опять. Да, обращайте внимание, около перекрестков лучше, ну его нафиг. Да. Так, где-то здесь. Ну вот вам знаки говорят, поворачивайте в зеркало, обязательно смотрите. Это нет, вот
куда руль, как говорится, крутим, туда и голову поворачиваем при перестроении. Поехали. Крутим руль. Поехали. Газ убрали. Выравниваем руль. Что-то аж бросаете. Чё? А, это аж... ваше что-то. А, конечно, упало. Аж монитор с камеры улетел, конечно. В общем, как-то так. Ничего, проблемы особо нет. Вы просто зачем-то переживаете. Вот много, вот берете на себя вот волнение. Вы расслабьтесь. Я вообще на вашем месте бы ни о чем бы не парился. Просто бы вот сейчас бы расслабился. Во-первых, и вы сидите с инструктором. Ну не получилось. И бог с ним, инструктор поймал вас. Понимаете, я нажал на тормоз. Я поймал руль. Вы для себя поняли, что какую-то вы ошибку что-то совершили. Я не так да. Вот. А вы же боитесь попробовать. Не надо бояться. Перестроимся? Ну попробуйте. Видите, вы уже не... Да ну что такое? Да я бы перестроился, пошел в баню, он под нас выскочил. Он был далеко. Видите, вы в правом ряду уже ездить не хотите, да? Да. Ну вот, видите, а всю дорогу ездили в правом, да? Да. А вот сегодня мы по второму поехали ряду, и больше в левом не хотим. Причем это проблема у всех учеников. Их чуть-чуть выведи в левый ряд, но опять же, в левом ряду мы не должны ехать как инвалиды 40 км в час. Мы должны двигаться в общем потоке, но не превышая 60. Здесь, видите, перестроение запрещено. Левый поворот не включаем. Вы что делаете? Я вам посоветовал не бояться, вы решили не бояться, да? Я не знал, за что хвататься, то есть за сердце, то есть за руль. Нет, вы ничего не нарушили. Вы сделали, как профессиональный водитель. Он ушел, вы сразу зашли. Но опять же, профессиональный водитель понимает, мы на мигающий, мы на красный прошли. Профессиональный водитель поймет, и опытный водитель, что когда вы перестраиваетесь сразу за ним, он в этот момент нажмет на тормоза. И вы сходу, вы... Он должен уйти хотя бы на 2 метра, и вы залезли. А он не успел уйти, вы уже пошли перестраиваться. Понятно, что на маленькой скорости в плотном потоке можно так сделать. Но у нас скорость почти была 50 км в час. Он резко там... И мы не успеем. Конечно, мы прям в него войдем. Вот честное слово. Ну, это опять же с годами вот это вот. С годами, с тысячами километров приходит понимание этого всего. Сейчас у нас, конечно, тут машина, тут машина, тут этот светофор. Как это все увидеть? А как? Ну так и видим. Посмотрите, и пробка рассосалась, да? Вправо рядом ходите. С левой руки. Я же говорю, не катайтесь вы на правом руле пока дома. Сдадим экзамен и что хотите делайте. Да, можно поговорить, чтобы я... Но это потом решим, пожалуйста.